Всем привет, друзья, с вами я, Максим Симонов, Майнкрафтер. Мы с вами желаем играть в Аух 2. Всем приятного просмотра. Сегодня, ребят, у нас с вами Германия. Сразу говорю, что я против фашизма, против нацизма. Это, ребят, обычная Германия, демократическая, насколько я помню, или какая. Консерватическая. Вот. Так что будем, ребят, сегодня с вами возрождать Германскую империю. Спасибо этому человеку за идею и комментарий. Ну, мы с вами, ребят, приступаем. Так, давайте вложимся в содержание армии, потому что нам предстоит много воевать, я так понимаю. Ну, с Францией в первую очередь. Нет, наверное, не в первую очередь. С кем-то. Все. Так, ой, что сделал? Так, не знаю, Германский союз у нас есть еще новая Германская конфедерация. Ребят, я насколько помню, для Германской империи нам нужно вот эти территории, Люксембург. А какие-то территории Польши, не помню, какие. Придется на глаз делать. Ребята, если что, тогда в комментариях, кто очень хорошо разбирается в тех странах, то напишите мне в комментариях, где и какую провинцию я не поглотил. Что ж, ребята, мы приступаем. Всем приятного просмотра. Ребята, я еще хотел сменить тип правительства на какой-нибудь. Рано. Нам еще рано. Точно не национализм, социализм. Я против. Давайте, ребята. Мне нужно, чтобы была стоимость призыва маленькая. О, орда. Нет, орду не будем. Что-нибудь. О, тоталитарный. Так. Давайте. Давайте реакционеры. Так. Давайте, ребят, вообще автократию. Мне вот нравится, не знаю, почему-то автократия именно. Давайте что-нибудь изменим. А, инвестиции поменяем. Что? Не надо было на автократию менять. Что я сделал? Я наоборот все испортил. Хотел как лучше. Все, ребят. Я решил. Либерализм. Все, мы либерал с вами теперь либерал. Так, вроде много. Блага много. Инвестиций как-то очень много. Так, все, 6 тысяч. Объявляю, ребят, войну Франции. Ради парочки территорий. Конечно же. Я думаю, тут войска будут, да? А, ну да, тут были войска. Но это нас не пугает. Мы сразу, ребята, наверное, с вами не сможем забрать, да? Придется все-таки чуть-чуть, ребят, повоевать. 14 дней только война идет, а я хочу уже закончить. Давайте вот. 14 дней она идет. Давайте-ка еще продвинемся на пару километров. Сколько она идет? О, один месяц. Ну-ка, ну-ка. 17. О, ребят, можем. Нам вроде только это нужно. Давайте еще, ребят, продвинемся тогда уж. Вдруг что-то пойдет не по плану. 9. О, молодцы, молодцы, молодцы. Первый шаг, ребят, мы с вами сделали. Второй шаг, это взять Люксембург. А мы с вами, ребят, с вами сразу возьмем. Главное не переоценить. И не. И главное, ребят, никогда недооценивайте страны, никогда их не переоценивайте. А то может быть совершенно все по-другому. Сразу, ребят, давайте Люксембург наберем. Они думают, что там будет прям армия стоять мощная. Да не толком даже не проканченная. Как мы. Хотя толком ничего и не делал. Вон, за 14 дней взяли. В реальности, я думаю, это побыстрее было бы. Давайте, ребята, ассимилируем. Вот, ребята, еще какие-то мы с вами шаги уже сделали. Осталась Польска. Наверное, эту территорию нужно забрать у Бельгии. Ребят, ну мы не только, ребят, будем с вами еще по-исторически. Мы еще будем с вами и что-то и сами выдумывать. Вы думаете, что я закончу прям, когда сделаю реально Германскую империю? Нет, вы ошибаетесь. Вы не знаете меня. Я к вам вернусь. Дания, серьезно. Давайте, ребят, ее вассалом сделаем. Я не хочу такого отношения к себе. Ну-ка, идите отсюда. Ой. Этот Кения, Ксения, еще мне войну тут объявили. Совсем очумели уже. Ух ты, как больно! Как они больно шмальнули! Ужас! Кстати, ребят, на севере хорошие эти войска делать можно.
Давайте продвинемся. Тут запасные еще поставим на всякий случай. Вдруг что? Сделаем, ребят, с вассала Данию. Заставим ее платить максимальность. Просто по максимуму заставим ее платить. Чтобы она захотела поскорее перестать быть нашим вассалом. Давайте Копенгаген возьмем. 5000. Все. В смысле не... А, еще островочек. Этот долбанный островочек. Все. Ты теперь наш вассал. Мы имеем право тебя сделать вассалом. Ты на нас напал, а вот ты и получай. Теперь они тоже либерал. Те войска, которые мы с вами делали против них, давайте в одну точку. И нападем наконец-таки на Польшу. Наконец-таки заберем наши национальные провинции. Ой, минус бюджет, ужас. Так, ребят, нападаем с вами на Польшу. Я специально набрал такие вот войска. А то знаю я эту игру. Сами должны понимать его. А не знаю, тут делить войска вроде не нужно. Поэтому давайте вот так просто продвигаться и все. Ровно, спокойно, да и в порядке. Подвисает чуть-чуть, ну бывает, что поделать. Сохранение не вовремя, ну как обычно. Мы к этому, ребят, уже с вами привыкли. Да уж, да что ж такое? Пробиваем потихонечку. Да что это такое? Ну вот почему у них так много войск? Я вот одного не пойму. Почему у них так много? Как они могли вот столько вот поставить? Это невозможно. А если возможно, то как? Как это возможно? Тихо. Что ж так вас там много? Понабрали кучу всякую. Ужас, ребята, ужас. Так, не знаю, тут делить войска нужно было. Что ж так нам не везет? Ладно, ставим. Или здесь поставить лучше? Вот здесь и здесь поставить лучше будет. Ой. Так, уберись. Пора, ребят, уже заканчивать войну с этими поляками. А у меня точки движения кончились. Да что это за капец? Мы только здесь продвинулись. Да что ж такое? Что ж так-то, блин, все через задницу. Давайте так. О, господи, ужас. Ужас. Ужас ужасный. Что ж мы никак их не одолеем? Да что ж такое? Давайте сюда 2000. Сюда. Вот так. О, у Берлина стоите. Ну давайте, попробуйте. Маловато, да? А нет, там не маловато. Там нормально. Там мощно. И все. Капец. Ну ладно, ребят, мы все равно сейчас их победим. Так и так будет и все. 2027-2027 год. Танец. Давайте, ребят, назад. Берлин они мне не взяли. Все, пока. Все, пока. Что, чехи? Чешки, вы офигели? Придется еще отбивать свои территории из этих чешков. Территории они у нас забрали, да? Или не, они никакой территории у нас не забрали. Все, ребята, конь вернусь. Ребят, забираем кое-какие территории. Кое-какую территорию Дании.
У Дании, это Бельгия. Дания. Заберем, ребят, давайте эту территорию. Для красоты границ. В всякий случай продвинемся еще. А, они согласились. Ну да, зачем с нами воевать? Зачем так много воевать? По сути, здесь должна быть Австрийская империя, да, вот это все. Ну, короче, ребята. Германская империя. Ребят, вы думаете, что я на этом закончу? Да, конечно. Начинаем. Вернее, продолжаем. Ребята, вы сами понимаете, что я живу в России. Я против России никогда ничего не имел и не буду иметь. Ребят, я не думаю, что она бы согласилась бы на отдачу каких-то из своих территорий. Поэтому мне приходится, ребята, делать это. Помните, что я не против России. Не против вообще никого. Я все страны уважаю, ну, конечно, какие-то и ненавижу. Но это, ребят, мое мнение, все мое. Поэтому все. Вот на этом моменте, ребята, я решил ускорить. Потому что эта война была довольно протяжной, ну, может быть, минут 5. Если бы, ребят, я бы не ускорил бы это видео, то видео не шло бы не 13:42, а какие-нибудь там 17, то ли 18 минут. Я решил сделать покраче, чтобы долго, так сказать, не смотреть, чтобы оно было краткое. Здесь я просто, ребят, прорываюсь, пытаюсь забрать. Россия, конечно же, не соглашается. Вот такая вот война у нас получается. Потихонечку, ребята, тут пробивал всех, не всех, но Россию пробивал, чтобы забрать Калининград. Ведь если бы, ребята, мирно попросил, то в игре бы мне бы Россия не дала. Где-то так. Ура! Заберем вот эту вот территорию, которая нам всегда принадлежит. И принадлежала. Все, ребята, я к вам вернусь. Ну, когда ассимилирую провинции, потому что мне срочно нужно. Ой. Объявляем, ребят, войну Литве, как мы с вами уже как раз заметили. Нападаем мы на Литву. Все, конечно, ребят, я ее не буду забирать, я ее сделаю еще вассалом. Заберу какие-то территории и сделаю вассалом. Если так можно, конечно, сделать. Мощно, ребят, у нас с вами армия. Клайпеда, и все. Мне больше ничего не нужно. А нет, а что-то одно. Давайте вот так сделаем. Все, они теперь, ребят, наш вассал. А почему, кстати, не поменялось на монархию, я не понял. Ладно. Мы еще когда-нибудь возьмем у вас реванш. Так. Ну, вроде бы, ребята, все, что принадлежало нашей Германской империи, вроде все. Австрия не принадлежала. Но, ребят, вы думаете, что я реально на этом закончу? Вы думаете, что я правда на этом закончу? Хотя, желательно бы закончить этот бред. Там что-то на Францию, Испания напала, с Польши зачем? А давайте, с Польши, ребят, мне нужно еще вот эти территории взять. Я так понимаю, это они тоже принадлежали, нет? Не думаю, не принадлежали. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. С вами был я, Максим Чернов, Крафтер. Играли за Германию. Формировали Германскую империю. Спасибо этому человеку еще раз за идею и комментарий. Все, ребят, всем пока-пока. С вами был Максим Синдомикрафт. Играли в Ауг 2. Всем пока!